По газонам не ходить. Ну, Валере памятник поставили. Какому Валере? Кто такой Валера? Я улитку свою так назвал. Ты назвал улитку Валерой? Да. А отчество ты ей не придумал? Если у нее есть имя, должно. Да, вот так. Тихо, что прошу меня. Ух ты. Ну не бегай по газону. Лавочка на ремонте. Я так понимаю, ее бобры съели, да? Ой, красота какая. Вы здесь будете? Хорошо. Спасибо за чистоту. О, какой-то японский сад камней. Да, а где тут примечательные эти скульптуры? А вот они, вот они. Не лезь туда. Не понял, два часа что ли? Ничего себе. Вот это да. Колесико какое. Ну что, сначала убрали раму, потом одно колесо. Скоро просто люди на спицах будут кататься. На одной спице. Так, а что я хотел? Я хотел. Озеро. Да, я там в Брюсселе есть писающий мальчик, а у нас в Харькове есть писающая девочка. Прекрасно. Так, по газонам не ходить, придется петлять. Ой, ну тут вообще одуванчики. Это была моя любимая мама. Не включили его еще что? Ага, это у нас скалолазы. Как же он называется? Веревочный городок он называется. Он для таких, как я, написано специально. Очень популярные у детворы. Аттракцион очень популярный.
А что я хотел? А хотел я... А, сейчас буду кататься, да? Потрясающий вид транспорта. Добраться из точки А в точку А за какие-то деньги. Разве не прелестно? Да еще и покричать. Надо будет обязательно сходить. Вот оперчивые мальчики. Там у нас кинотеатр. О, вон я вижу уже и памятник к Велодню готовится. Что-то не помню такого. Новенькое что-то, или просто мимо я проходил. Не обращал внимания. А, вон кинотеатр. О, ракетка как у меня. Ну, по крайней мере, натяжка струн точно как у меня. И лицо как у меня после подачи. О, а вот же и подача. Где он? Нету.